посту. И сегодня читаем уже про Закхея. В государстве любят устраивать праздники, памятные даты. День лесника, день рыбака, день печатника. А вот сегодня, можно было сказать, день налоговой инспекции. Он был мытарь, собирал налоги. Находится в Иерихоне. Это тоже не случайно. Иерихон — это город проклятия. Куда из Иерусалима в Иерихон шел и попался в руки разбойников. Это город греха, город наживы. И он успел в своем деле. Богатый был. А вот богатство росту не прибавляет. Вот он большой стоит, и все. Бедный, высокий ростом, а другой деньги имеет, и все. И сам маленький, как Наполеон. И вот дерево, он лезет. Увидеть надо Господа. Сегодня, если дерево ищут где-нибудь, вот скрыться, президента выстрелить, убить его. А это увидеть, это поощряется. Значит, он много слышал, уши были открыты. И искал видеть Иисуса. Кто он такой? Но не мог за народом. Многие люди сегодня бы увидели Христа и познали бы, если бы на пути у них не стояли. Я убежден абсолютно, никто так не мешает, как православная церковь, увидеть Христа. Это мы имеем опыт, ходя по городу. Где люди ничего не знают, церковь не ходят, они с радостью внимают, спрашивают. Где ходят церковь, они гонят, они проклинают нас. Вот за этим народом в ризах ничего не видать. Батюшки, закрыли горизонт духовный. Церковь отмечает сегодня память Климента Анкирского. Он преуспевал в слове. Церковь после напишет каноны, 6-й Вселенский собор, 14-15 правило. В иподиаконы можно ставить 20-летнего. А иподиакон после рукоположения может жениться. Но если в 25 поставили диакона, если не женатый был, то правило говорит, не может жениться. И в 30 лет только священником. А Климента Анкирского поставили епископом в 20 лет. Явно, что канонов не было и нарушения никакого не было. За что церковь увидела великую силу в слове его. Словом творятся чудеса, Павел силой воспевает, темница открывается. Но когда на место слова Божия стало богослужение, литургия, теперь все пошло в эту сторону украшения. Все чудеса, все наказания только из алтаря. Мы там читаем, вот говорит Павел, ему препятствует волк Елима, и тут же сразу ему враг всякой правды. Вот ты теперь рука Господня, не будешь видеть, он тут сейчас ослеп, и все. Смотрим, как дальше. Папа Катанский Лев. В его местности завелся колдун Илиадор. Он ему не говорит, да запретит тебе Господь. Он вытворяет страшные вещи, постыдные. Его арестовывают. Везут. Палач замахивает меч, опускает, нигде никого нет. Он в это время за 200 километров на площади одновременно сразу оказался. И вот он приходит в храм. Папа ведет службу. А он начинает в церкви колдовать. Народ начинает свистеть, хрюкать, ногами топать. Скажи ты, как будто бы он в Покровском соборе каждый день стоит. И папа выходит, сказал бы ему, запрещаю, Илиадор, ослепни. Но на арене выступает теперь все церковное алтарное имущество. А орать, амафор. Да я не против, но только заметьте, как все сместилось. Он накидывает на него амафор и тащит, и он потерял силу. Вытаскивает на площадь, православные, раскладывайте костер. Я тебе сколько, он его увещевал никак. И когда разгорелся большой костер, я ему за амафор затащил туда и стоял до тех пор, пока он в пепел не превратился. И вышел оттуда неповрежденный. Почему? На нем амафор и риза. Дальше в житиях мы видим, как куда переплывать. А риза, видите, какая у священника? Она сплошная, без пуговок. Он на нее становится, как на лодке, и плывет, веслом угребается. Если что-то доказать, он в ризе берет огонь, тащит, и оно не прогорает. То есть все чудеса, все сместилось вот сюда за стенку. Почему? Слова нет. Я признаю эти чудеса, но только я не могу не видеть, что совсем не так пошло. Нет слова. А вот у Климента Анкирского этого не было. Одним словом распахивается темница, выходят узники, смиряются императоры. Слово, язык. Я хочу сказать, что Климент Анкирский отдал жизнь свою по молитве матери во всесожжение. Всесожжение — это до конца должно сгореть. Еще раз говорю, у нас в уставе написано, зажигайте когда свечки. И оставится огарок. Пока он не погаснет, пока ниточка не догорит и дым не пойдет, сама погаснет. Ни дуть, ни выковыривать.
Это моя была мысль, я в устав его заложил, вы одобрили, теперь это ваше общее. Это напоминание, что мы, пошедшие за Господом, должны отдать свою жизнь без остатка во всесожжение Господу. И образец этому Анфим Никомедийский, Климент Антирский, которых в Потеряевском храме постоянно поминает. И здесь он искал Иисуса. Я поставил задачу тоже найти Иисуса, искал я его очень искал. По атеистической литературе, по фильмам. Я вам говорил, вот недавно фильм «Отверженные» показывали. Я нашел через образ Жана Вальжана поиск к Евангелию, а потом через сектантов, пятидесятников, я нашел моего Иисуса. Вы, может быть, нашли уже через меня здесь, через батюшку. Это дело Божие. Но через Климента Анкирского тысячи и тысячи нашли путь. Развесистое дерево, которое выросло из горчичного зерна, это проповедь Евангелия. В дальнейшем это дерево сделается церковность. И вот на это дерево церковности сегодня пытаются залезти. Мощи, колокола, чудеса, мироточения. И оттуда увидеть Христа. А вот у них образ теперь Родионова там солдата замироточил. Его немедленно канонизировать. Канонизировать надо Серафима Роуза, Иосифа Муниоса. Это другое дерево выросло. Не из горчичного семени, а из привязанности к месту, к своей религии, к чудотворчеству. Но он залез на древо слышания, видеть. И он обращается уже в доме, когда люди стали его судить. Все-таки осуждение сильно подвигает человека, когда со всех сторон его припекает, отвергает. И он тогда соскочил, и половину имения раздам. А слова Божие нет, и никто не отдает половину имени. Ну почему бы сегодня не выйти какому-нибудь олигарху не сказать, да, действительно, я православный, я храм Христа Спасителя построил, а не обращенный. Теперь обращаюсь, половину имени отдаю на детские приюты, на дома, на христианское воспитание. Нет, этого нет. А кого обидел четверо? Так он ничего не отдаст, даже никого посадить сразу в это дело. Любого олигарха сегодня, если он скажет слова вот этого главного инспектора, его сразу же садить надо. Половина отдаст, а четверо раздаст. Да он обидел всех. Он ограбил народ наш, русский-то. Он все это выгнал, все деньги, миллиарды загнал в Израиль. Как ему найти Господа? Что нам говорит об этом Слово Божие? В первой книге Царств, 16 глава, 11 стих, говорится, «Взыщите Господа, и если будете искать лица Его, Он явится вам». Его нужно все время искать. С кем-то познакомились, а видели ли в нем Господь? Читаете книгу, а виден ли он Господь? Я думаю, в наших книгах видна Библия и виден Господь. Множество в ней может быть недостатков, несовершенства поэзии, которые поэзией нельзя назвать, проповеди несовершенные, но всюду виден Господь. Как по нашей немощи мы сумели это отобразить? Мы должны искать Господа. Что приобретаете, одеваетесь, все для того, чтобы найти Господа. Псалмопевец Давид, 104 псалом, 4 стих, говорит, «Ищите лица Его всегда, и ночью, и днем, и в дороге, и в храме». Мы пришли сюда молиться и искать лица Его, чтобы лицо Его мы нашли во Христе. Вот приходим сюда 7 минут. А что 7 минут стоим? Молитесь в первую очередь о батюшке. Чтобы вот это постоянное повторение, рутинность его не заело там, как священники говорят. Привыкаешь ко всему и делаешь безразлично, холодно. Лишь бы ничего не упустить. Как? Он знает, что на алтаре у него огонь не будет, говорит, как у Сергия Радонежского. У него не будет причастия превращаться в младенца. Это все чудеса-то теперь туда сместились. А у него и этого сейчас нет. Так молитесь 7 минут, чтобы Бог дал ему так произнести слова «Господи, помилуй» или «Миром Господу помолимся» и другие слова, чтобы вздрогнуло сердце и начало искать Господа. Если вам дороги проповеди, которые я пытаюсь до вас донести, к которым готовлюсь как могу, тоже помолитесь, чтобы Бог мне на сердце положил, а вам раскрыл сердца принять это. И чтобы все вместе мы дали плод слышанному слову, как этот плод был по молитве матери Ефросинии. В 12-летнем отроке Клименте, которого 5 февраля память церковь отмечает, который, имя которого носит наш лагерь Стан. Исаия, 55 глава, 6 стих. Пророк Исаия говорит, ищите Господа, когда его можно найти. Призывайте, когда он близко. Вы слышите, Бог призывает нас.
Я взывал к вам, простирал руки день и ночь, говорит Господь, вы не отвечаете. И вы будете вопиять, я вам не отвечу. Но мы же воззовем, мы привыкли так, хоть сколько гуляю, безобразничаю, а я приду, дверь мать мне всегда откроет, потому что она мать. И Отцу Небесному. А ведь не так это. Мы знаем, апостола Павла, да, прошел Феликс, и пришел страх. Павел говорил о суде Божьем. В другой раз послушаем. Но в другой раз он слушал, смотрел уже на руки, на карман. Он не смотрел на эти слова. Момент был упущен. А я завтра буду, а завтра покаюсь. Завтра ты будешь и слушать, и все на это холодно, сухо и без благодати. Нерастворенно верой будет. Поэтому Слово Божие говорит, ныне, когда услышите, ныне, Климент, тебя мать зовет. Я представляю, это целый день, как неоднократно установился перед ней на колени, потому что она внизу лежит на кровати. Я не знаю, как это было, но и как я представляю. Он снова ложился грудью на, головой на грудь матери. Конечно, плакал. И она гладила его голову и снова наговаривала ему, сынок, я не знаю, как ты образовался в чреве. Смотри, как крепко у тебя голова сидит на шее. Допусти, чтобы отрубили ее ради Господа. И так и было. Когда он молился, когда совершал службу, воин ворвался в алтаре, ударил мечом, и голова на одной коже только повисла. Но чудо Божие! Всего только 3 диаконов было, убили, никого больше не трогали. А остальные люди остались целыми. Этого память Климента мы сегодня носим. Потом эти Клименты будут в правительстве советском, самые ярые убийцы, палачи, будут носить, недостойно носить это имя. Старайтесь называть детей в тот день, когда рождаются. Там бывают разные имена, но не называйте вы трафаретными, которые тысячи имен. У нас ни одного Климента нет. Как мне нравится, в Потеряевке появился Анфим, Терентий, Иеремия. Вот читаешь, вот даже дети, какие у нас стоят, какие имена. Это память святых. Хотя бы в одном ребенке возобновите эту память. Я знаю, даже к нам приезжают священники, и они говорят... Обязательно должны сказать Анфима Никомедийского. Они не могут выговорить Никомедийского. Они говорят такие слова, как если Брежнев, Азербайджан не могут выговорить. Научитесь слова произносить библейские без запинки. Книга Паралипоменон. Какие святые? Книга Иезекииля. Говорите безошибочно, много раз читайте. Ищите в этом во всем Господь. Потому что каждое имя несет на себе печать божества. Мы привыкли, Илья, а если Бог моя крепость? Михаил, никто как Бог. Ил это Бог, Элогим, божество. Ищите, пока он близко. Лука 12:37. Господь говорит, наипаче же ищите Царствие Божие, доколе можно. Наипаче, более всего. Девушка, говорит, уже с 11 лет только об одном думает, как и скорее выйти замуж. Как не засидеться в девушках? Ищи Господа, и Он усмотрит, может тебе лучше быть одной. Юноша заботится об одном, может быть, как получить специальность, и деньги, деньги, деньги. Ищите прежде Царствие Божие. Колоссянам 3:11. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Это у нас в трапезе написано. Все время глаза поднимайте кверху. Когда говорят... Оглашенные главы ваши преклоните. Я гляжу, некоторые стоят в храме, не выходят, а голову преклоняют. Если преклоняешь голову, оглашенный, выйди вместе со всеми. Тебя надо оглашать, то есть голосом просвещать. Оглашенные стоят в притворе. Даже этого некоторые не знают. Премудрость Соломона один говорит им. Любите справедливость и право мыслите о Господе. В простоте сердца ищите Его. Никогда не думайте, что Бог жестокий, злой, вот дети страдают, невинные погибают. Мыслите о Боге всегда добро. Даже явно непонятно, ну почему так? Мыслите только возвышенным. Это Господь сказал. Это не поддается рассуждению, обсуждению. Это наш Бог Иегова сказал. Это его святые пророки сказали. За каждое слово готовьтесь умереть, как протопоп Аввакум. Говорю, за одну Богу готов умереть, за один вас. Песня Песней 3:11. В аллегорической форме показана душа человека, как она ищет Господа. Я не знаю, почему на меня эти слова действуют настолько трогательно. Я читаю, я никогда еще не мог прочитать простые слова без слез. И сам на себя вчера только удивился. 3 раза читал, и 3 раза слезы подходят. Это какой-то особый ключ. Дома еще раз прочитайте, может быть и вам что-то сказано. Сказано будет. Так, на ложе моем она легла невеста отдыхать. Искала я того, кого любит душа моя. Ну, невеста ищет жениха. Пришла, его нет. Холодная постель.
Это невеста ищет жениха. Я искала его и не нашла его. Мы молимся, стоим, холодная молитва. Не идет. Священник чувствует, исповедь не идет. Человек говорит, перечисляет грехи, исповедь не идет. Исповедь — это сердце, сердце раскрылось, она ищет жениха. Если ты не найдешь этого жениха при чтении Слова Божия, просто как книгу читаешь, ты не достиг цели. И второй стих. Она выносит решение: встану же я и пойду по городу, по улицам и по площадям, и буду искать того, кого любит душа моя. Я прошу вас, идите по городу, идите свидетельствуйте. Людям говорите, чтобы они искали Иисуса, пока он близко. Закхей искал и нашел его. Какой он счастливый Закхей. История говорит, он будет мучеником за Христа. Его поставят епископом церковь. Он вызовет у всех доверие, потому что он радостный выступил на арену. Прошлые годы, в начале перестройки, всюду везде показывали фильм «Иисус» по Евангелию от Иоанна. Я скажу, на религиозные темы лучшего фильма нет. Вот этот фильм «Страсти Христа» меня совершенно не трогает. Я вижу артиста. Я вижу, людей двигаются. Я не смог войти при неоднократном просмотре, я не смог войти в этот фильм, реально опуститься в первый век. Там я забываю себя. Точно. И фразы произносятся точно по Евангелию. По Евангелию от Луки. Называется «Иисус» фильм. Но что интересно, вот этот фильм все восприняли, вплоть до артистов, до президента, до папы. А тот фильм священники не принимают. Я спрашиваю, почему? Не знаю, я против, а я понял. Я это слова мимо не пропустил, потому что вы рядом не стояли с этим. Для вас Слово Божие недорого. Иисуса вы знаете алтарного. Вы не знаете Иисуса, который с бедными, с нищими, оборванный идет, который голодный 40 дней в пустыне постится. Вы его не знаете, поэтому прямое указание на него, как у евангелиста Луки, для вас чуждо. Вы не знаете этого самарянина, который подбирает и дает 2 динария ветхий мозаик. Поэтому вам это и так недорого. А мне дорого, я искал его и не находил. Я вспоминаю 23 года, я его искал. Я всюду и везде искал Иисуса и не мог его найти. И томилась и плакала душа. Как горе, если душа, знающая Бога, потеряет и на ложе моем. То есть, когда упокоился, все есть, тишина, в достатке Бог дал. А Иисуса здесь не будет. Его искать надо уже не здесь тогда. Написано, на площадях, улицах пошла. А там ее встретили стражники, разбили ей и голову, и лицо. И одежду с нее сняли. И наконец она дошла его, обнимает и целует. Второзаконие 4.29. Когда взыщете Господа Бога твоего, то ты найдешь его. Если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей. Вот откуда и заповедь «возлюби Господа Бога». Его сначала нужно возлюбить в поиске. Его нужно искать. И искать его нужно очень хорошо. Понимать, что одному тебе ничего не сделать. Книга Рут, 3 глава, 1 стих, говорится о женщине молодой, которая пришла к еврейскому народу. Ее звать Рут. Это прабабка царя Давида. То есть, фактически, так сказать, наша прабабка. И свекровка на имени ее говорит, не поискать ли тебе защиту, чтобы над тобой была опека. Пристанище, чтобы тебе хорошо было. И научила, как ее делать. Она пришла к человеку ночью, когда он разогрелся вином, труженик, легла у ног его, прикрыла шубку, ночью проснулся, испугался, у ног лежит женщина. И он похвалил, как ты хорошо сделала, не пошла искать молодых, ни на дискотеку, никуда. А вот и сказал, иди, нагрузила ее зерном, и дальше мы знаем, как эта история будет происходить. Не поискать ли? Души, которые не знают Христа, то им скажите, а может вам поискать действительно лучшего пристанища, как это Руфи? Закхей искал и нашел пристанище уже не в ветвях дерева, а он усыпился за ризу Христа. Вторая книга Паралипоменон 15.13. Всякий, кто не станет искать Господа, не захочет, тот должен умереть. Я верующему показал, говорю, вот такой, говорю, я такого не читал. Я говорю, у тебя Библия есть, я все время читаю. Так это же насилие над личностью. Именно так. Израиль заключал завет, и кто не будет искать Господа, должен умереть смертью. Будь то мужчина или женщина, малый или старый. Какие страшные слова. То есть это будет в вечности, не сегодня. Кто не будет искать Господа, он погибнет. Христа нужно искать. Пророк Осия 5.6 говорит так.
придет время жажды, как Амос говорит, и искать будут юноши и девицы от моря до моря. И будут искать сердцами своими и волами своими, и пойдут искать Господа, и не найдут его, ибо он удалится от них. Ну, овцами называют это паство, простецы. Видимо, будет где-то пробуждение, люди будут искать в великой горести, в беде, с овцами своими и с волами своими, и не найдут. Вот эти слова должны сегодня устрашить. Я думаю, мы блаженны, что нашли его. Блаженны мы, что Бог позволил нам иметь такую общину верующих пастыря, архипастыря. И они нас сохранили. Сохранили под крылом церкви православной. Мы не выродились ни в какую секту, ни в ересь. А это нам грозило постоянно, где мы пытались что-то сделать самое маленькое. Даже эти надписи, это уже как у баптистов. По-русски, это уже как у сектантов. И мы никуда не шевелились. Бог нас сохранил. Я не боюсь эти слова говорить. Что мы не выродились в секту. Мы находимся под домофором митрополита Виталия. И даже мы здесь избрали необычный подход, что будет, если объединение, то мы никуда не пойдем, мы останемся здесь. Только заодно проситься, господином нашим патриарха называть никогда не буду. И вас прошу не делать. Господином пусть считает святейшим, но не нашим. Слово наше, если не произносить, то его никто и не увидит, что мы не произносим. Наш господин Господь. Наш господин может быть епископ, который не убил, сохранил нас, батюшка. Но тот, который, мы знаем, носит недобрую кличку и покаяние не принес в этом сотрудничестве со властями, он не может быть нашим господином. Оси 6.4. Скорби своей они будут искать его с раннего утра. Он уязвил нас, скажут они. Он и перевяжет наши раны. Надо верить во всемогущество Божие и любовь Его. Евангелие от Матфея 2.13 повествует о страшных событиях в мире, когда люди ищут Христа, как Ирод. Искал он младенца, чтобы погубить его. Вот так не надо искать его. Варух 4 глава 28 говорит так. И как вы были полны решимости удалиться от Бога, удесятерите усилия свои, увеличьте их в 10 раз, чтобы найти его, ибо он недалеко от вас. Поэтому пример Закхея очень хорошо действует на людей, которые еще не нашли Господа, и на тех, которые потеряли его. Закхей в данном случае для каждого может послужить примером, и вот это можно назвать настоящим праздником сретения для души, когда она встречается с Господом. Аминь.